Так, сейчас, потому что по-другому бы снаряды пинут. Прилет. Прилет был, походу, сюда я разбросал быка. Это вот капонир, а вон снаряд лежит еще. Это с машины так разбросали. Вот это капонир. Вот здесь, посмотрите, сколько снарядов здесь было расстреляно. Вот они вот здесь, под Дебальцево, это все расстреливали. Вот в ту сторону. Там у нас Горловка, и там у нас Углегорск освобожденный. Посмотрите, сколько валяется снарядов. И они долбили отсюда просто немедленно. Вот еще один капонир. Вот здесь мы насобирали техники. Сейчас, кстати, покажу, зачем мы сюда приехали. Мы сюда приехали собирать сарушку, которую у них отжали. Получается, трофей. Что ж, война. Вот снаряды опять целенькие лежат. Хо, так они сад сам. Ну-ка, прочитай, что написано на них. Рядом с самоходочкой прямое попадание было. Прямой он прилет был, короче. А вон еще один прилетик. Попадание, правильно? Да, да. Вот это вот попадание будет. Реально прямое. Они посмотрите, как оно... Дамите, оно и жили. Дуванул ему тут. Я знал, вроде, я вторую уже снял тогда. Две воронки прям упало и все. И вот это укрепление уже не стало. Очень точно мы бьем. Очень точно. Там заряды, снаряды. Вот смотрите, сколько осталось всего. И сколько вывезли, да. А вообще вот это все снаряды у нас. Здорово, Витя. Здорово. Давненько с тобой не виделись. Работа у нас такая. В общем, пришел я сюда, приехал снять вот эту вот ласточку, которую как бы вы обнаружили здесь, да? Да. Что это такое, расскажи. Это самоходная артиллерия, САУ, гвоздика, 122 мм. Это то, на чем мы специализируемся. Да, это подарки нам оставили. У Крофа, да? Ну да, а кто ж. Но она нормальная, вы проверили? Да, в боевом состоянии. Сейчас ее выедем с этой ямы компонира. С этого компонира и... Технически она исправна. Ну вот так она выглядит. Наша теперь уже савушка. Это гвоздика. 122 миллиметра. Нам их очень... У нас и так их уже достаточное количество. Спасибо Украм. Спасибо за подарки. Везите больше на самом деле. Ты посмотри, сколько гильз, а. Посмотри. Ты представляешь, что все по Углегорску и по Горловке летело. Это же все туда летело. Ну да. А то обалдеть можно. Эти люди называют себя людьми. О, глянь, даже наши пацаны даже эти оставили, отметки даже оставили. Какие? Расписались на них. А, вот так вот. Давай-ка мы их снимем покрупней. 15 Жикан, 15 Север, легкий Ян за свободу до Талова. Вот так вот. И так же и под Киевом будет. И под Львовом. Ждите, короче, пидорасы. Смотрите, сколько всего здесь, сколько богатства они нам оставили. Мы все вам сейчас вернем, ребят. Я так понимаю, вы там тащите эшелоны, везете сюда еще. Ну, спасибо. Что ж, сейчас этими же снарядами, да по вам же. Вот сколько быка. Шрапнель запрещенный, почему? Да, а мы тут гуманисты. Внутри находятся большие гвозди. Да, да, я понял. И это вот все вот эти ящики, вот эти вот все. Вот эти вот, это шрапнель. Нет, это осколочно фугасный. Вот осколочный фугасный. Это осколочно фугасный. И это осколочно фугасный. Ну, много, конечно. Спасибо вам, Укра. Я прям вас любить начинаю, честно слово. Везите спонсор, еще. Наши спонсоры. Наши спонсоры, да. А как? Да как? А это что у нас, да? Это снаряды осколочно фугасные, просто без взрывателя. Ага, без взрывателя. Вон сколько. Ну, спасибо. Петя, вези еще. А это вот все эти вот снарядики. Просто не раскрываю. Ну те уже отстреляны как бы ящики, походу. Да, вот эти, которые в штабелях. Не, они не отстреляны, смотри. Нет? Вот. Видишь, в ящике разбитый навалом валяется. Да, вот там вон он торчит. Вот быть боеприпасы. Вот это все, представляете, летело
Вот, смотрите, посмотрите, что они творили. Это все летело на Углегорск и летело все это на Горловку. Вы представляете? Вот стояли тупо и расстреливали город. Потому что, если бы, скажем, наша артиллерия была здесь бы, они бы не смогли столько настрелять. Мы их видим после первого выстрела, на самом деле, после второго залпа. А вот эти люди стояли просто, изгалялись и били, 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 били по городу. Потому что нас-то не было здесь. А так бы давно бы уже накрыли. Вот когда пришли, вон там очень быстро все накрыли, их не стало. Вот представьте, сколько это по городу, и в каждом капонире такое. Укрепрайон, видишь? Да. Хорош. А вот он, смотрите, весь укрепрайон, показываю вам. Еще не весь, вон там дальше, еще по Буграду. Вот, вот это все ископано, все. Все, видите, вот это все. И вот это все летело на эти города. Это артиллерия. Артиллерия, да, сплошная. Танки стояли здесь тоже. Вот это все летело туда. Вот еще, смотрите, сколько снарядов. Там мальчишки тир устроили. Нарисовали укры и стреляют. Вон сколько снарядов осталось еще. Заправщик укроповский стоит. Заправлял самоходочки, наверное. Приезжал. Ну все.